В Санкт-Петербурге в минувшие выходные прошла Балтийская конференция «Веры-2017». Все подробности в следующем сюжете. Съемочная группа телеканала ТБН сегодня находится в Церкви Слова Жизни Санкт-Петербург, где проходит одно из самых ожидаемых событий этой осени – Балтийская конференция веры. И прямо сейчас вы можете видеть молодое поколение, которое готово ответить на вызов и взять ответственность за будущее своей церкви. Для Церкви Слова Жизни это важнейшее духовное событие и вместе с этим большой шаг вперед. В этом году конференция прошла в третий раз. Ключевые темы – рост церкви, достижения молодого поколения, проповедь Евангелия в современном обществе. Поиск новизны, каких-то новых инструментов. Время дает нам новые вызовы. Следовательно, нам нужны новые возможности, инструменты, как справиться с этими вызовами. Иногда мы к новым вызовам пытаемся подойти старыми методами. Не работает. Новые двери, новые замки, новые ключи. Мацола Исхаил, Василий Витюк, Марк Коннор. Каждый из приглашенных спикеров делился особенным посланием. Какие инструменты мы можем использовать для того, чтобы церковь развивалась? Как научиться быть понятным современной молодежи, сохраняя при этом истинность Евангелия? Ведь это и есть будущие лидеры, а значит и будущее церкви. Мое послание такое, что мы должны все взять ответственность за наше время, за наши города. Не только быть в церкви там и быть в толпе, но понятно, что я призван делать, что Бог дал мне. И каждый человек должен задаваться себе такие вопросы, что использую ли я эти таланты полностью, которые Господь мне дал. Если мы все думаем так после этой конференции, я бы был очень рад. Для старшего пастора Церкви Слова Жизни Санкт-Петербург Андрея Горновского это особенное время. Их церкви всего 4 года, но за этот период уже многое сделано, и это уже победа. Но пастор уверен, самое главное еще впереди. Рост церкви – это не главный фокус нашего внимания. Люди, которым мы призваны служить, являются самым главным. И если мы будем служить людям, которые живут вокруг нас, в нашем городе, в нашем окружении, тогда и церкви будут расти. Поэтому я искренне верю, когда мы озадачимся тем, что важно для него, это станет важным для нас, и тогда мы сможем увидеть церкви растущими, живыми и благословенными. Балтийская конференция веры – это действительно место прорыва, и церковь сегодня играет ключевую роль в формировании здорового общества. Достижение детей и молодежи – это очень важно. Один из способов сделать это помочь им выстраивать личные взаимоотношения с Господом, обрести веру, показать, что Бог любит их, и что у Него есть цель для их жизни. В этом ключевая роль церкви. Событие такого масштаба может послужить к созиданию тела Христа и росту многих церквей Санкт-Петербурга и области. Ведь рост церкви – это ответственность каждого христианина. Анна Федорова, Антон Антипин, Новости ТБН.